Приветствую коллег и просто зрителей моего канала. Это обзор на модель от Хоббибосса в 35-м масштабе LVS-2. Улучшено, что как бы свидетельствует надпись на коробке. Взял эту машину, так как прототип довольно интересный. Всего было выпущено 7 машин. И предназначались они для буксировки понтона. Вот тут я прикреплю фотографию сбоку. Вы увиделись, каким способом машина буксировала понтоны. Перейдем к смотру коробки и самой модели. Начинается у нас инструкция почти как и у всех производителей. С рисунка боксарта. Тут у нас обозначение об инструменты и о сборке модели. И далее у нас уже идет сборка. Первый этап мы тут начинаем сборку модели с ходовой. Далее инструкция вот так раскладывается. Далее тут мы уже устанавливаем на модель катки. Также гусеницы у нас тут сборные. Ходовая часть тут от панциря 4-го. И уже на 4-м этапе мы заканчиваем с ходовой части и переходим к самому корпусу. Тут у нас уже к модели приклеивается винт. Далее идут 5-й. И уже на 6-м этапе сборки мы приклеиваем к низу корпуса верхнюю часть. И далее уже на 7-м этапе у нас идет приклейка деталей к верху модели. И далее у нас приворачивается вот так инструкция. 9-й этап. 10-й. И все, модель собрана. Как видите, вот так она выглядит. И потом у нас идет обозначение литников. Ну и все, в принципе, на этом инструкция заканчивается. И сейчас перейдем к литникам. Как я уже говорил, корпус тут состоит из двух деталей. Стыкуется все довольно хорошо. Тут прижать. Сделано все хорошо. Обоя нет. Ну, наверное, вот только может быть. Там тут, конечно, не видно. Есть за усечки на днище корпуса. Ну, а так, в принципе, все отлито хорошо. Далее уже переходим к литникам. Литники я не буду в каком-то порядке. Просто покажу. В принципе, литники сделаны довольно неплохо. Тут у нас ходовая часть. Обоя почти нет. Такой же аналогичный литник. Все, в принципе, сделано хорошо. Мне модель сама понравилась. Так, тут запечатан литник с ходовой. Совсем его забыл открыть. Ну, в принципе, и так видно то, что модель сделана качественно. Сейчас вот. Сделано все довольно хорошо. Даже на трубах присутствует некая текстура. И на люках тоже. Далее у нас идет литники с траками, конечно, их тут намного больше. Сейчас достану. Вот они все. Просто с некоторых я уже начал обрабатывать эти траки. Вот, конечно, это дело не быстро. Вот у меня уже столько обработанных траков. Не быстрое, но мне, в принципе, оно нравится. Тоже отлиты хорошо, только кое-где есть небольшой бой. Ну, его почти не видно, если уж сильно не всматриваться.
Также аналогичный пакет идет с вот этим вот пикником. Тут у нас ходовая часть и надстройка над корпусом. Какая надстройка? Я немного неправильно сказал. Вы поняли. Ну все, и на этом литники кончаются. Также тут еще в наборе есть вот такая вот веревочка. По моим предположениям, она нужна, чтобы, так как на модели, сейчас я вам покажу, так, минуточку. Вот про то, что я говорил. У меня опять кончилась память, но ничего. Как я говорил, веревка нам нужна для ограждения. Вот тут оно все видно. Ну и перейдем к декалям. Декали тут тоже в отдельном пакетике лежат. И хоть мелочь, но вот тут, как видите, сделан скотчем, то есть чтобы декали не царапались. Хоть и мелочь, но все равно приятно. Такие вот декали на один вариант. Ну, как машин всего было построено немного, ну и вариантов для декалей тоже немного. Ну и последнее, что было в наборе, это схема покраски. Мне такие схемы очень нравятся, можно их на рабочее место повесить. Будет очень классно смотреться. И указано все подробно, а не как у звезды в черно-белых вариантах. Конечно, смысла в этом большого нету, но все равно как-то восприятие модели лучше, чем черно-белая картинка. Тут у нас указано, какие цвета использовать. У нас тут Мистер Хобби, Валеха, Модел Мастер, Томми и Хамбрелл. И нужны нам тут немецкий серый и коричневый. Один цвет я никак не пойму. Как я понял, он нужен для траков. Вот этот вот цвет. Скорее всего, это вороненная сталь или что-то типа того. Ну и все, в принципе. Конец обзора. Вот такая вот модель. Мне модель очень понравилась. Любителям экзотики, потому что это модель, обзоров на ютубе я не нашел. Для любителей экзотики, таких вот необычных моделей, советую к приобретению. Модель очень качественная. Все, надеюсь, будет собираться очень хорошо. В принципе, все содержание модели на этом заканчивается. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что думаете о этой модели. А в скором времени выйдет на нее сборка. Я уже, как говорил, начал тут обрабатывать траки. И завтра как раз ждал, чтобы записать на нее обзор. Начну работу с этой моделью. Всем пока!